Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Платин, 204-270 год нашей эры. Платин – греческий философ, положивший начало неоплатонизму, живший сначала в Александрии, а затем в Риме. Труды Платина собрал и разделил на 6 «Энеад» и его ученик Порфирий. Платин дополнил учение Платона идеями восточной мистики и сформировал теорию о всепроникающем духе, с которым философ может добиться экстатического единения, ведя аскетическую и созерцательную жизнь. Идеи Платина оказали влияние на Августина, а через него на всю западную христианскую мысль. Через приписываемую Дионису Ареопагиту теория Платина о непостижимости и невыразимости первоединого начала оказали влияние на христианскую мысль Востока, дав исток мощного мистического течения, так называемой негативной теологии. Эстетика Платина оказала сильное влияние на философско-эстетические принципы Возрождения, позднее на творчество Гёте и Шеллинга. Из Википедии. В Великобритании Платин оказал кардинальное влияние на школу кембриджских платоников XVII века. Неоплатонизм и идеи Платина оказали влияние и на средневековый ислам. Философия Платина оказала влияние на развитие христианского богословия. Платин, кажется, одним из первых выступил против популярного в то время представления о причинно-следственной астрологии. Ну вот так вкратце о греческом философе, который положил начало неоплатонизму. Его звали Платин. Пока-пока, до свидания.